Привет всем! Сегодня хочу снять обзор отдельный на сингл Кристина Агилера «Keeps Getting Better». Это такой сингл, вышедший в рамках сборника «A Decade of Hits», типа «Декада хитов», и достаточно такой интересный, футуристичный, ну, в принципе, это на это и был направлен альбом. Кстати, в камеру интереснее картинка смотрится, чем... Ну вот, вживую, как-то вот иначе воспринимается. Вот так у нас все дело это выглядит. Ну, посоветую посмотреть клип, он такой достаточно интересный, и послушать сборник, потому что в нем помимо песен новых есть переделки Janine Battle Beautiful в очень-очень таком интересном электронном стиле. А что у нас здесь есть? У нас здесь ремикс на песню, ну и сама песенка. Достаточно длинный, кстати, ремикс. Очень так интересно оформлено, в принципе, прикольно. Я даже когда его брала, тогда ходили слухи, что он какой-то там редкий, и вы его нигде не купите. Но на самом деле он достаточно доступен, и вы его сможете найти без труда. Огромное спасибо за внимание. Пока-пока.